Сегодня на вопросы берестейца в ходе прямой телефонной линии отвечал заместитель начальника Брестского областного управления Комитета судебных экспертиз Владимир Жигарь. Круг тем, которые были затронуты в ходе беседы с гражданами, оказался широк и охватывал практически весь спектр проводимых организацией криминалистических исследований. Все озвученные проблемные ситуации будут внимательно изучены. Ни одно из обращений не останется без ответа. Руководством Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области ежеквартально проводятся как выездные приемы граждан, так и прямые телефонные линии. Основной категория вопросов, с которыми обращаются граждане на наших приемах, это возможность проведения различных видов экспертиз нашими сотрудниками и работниками, а также разъяснение выводов ранее данных экспертиз, как проведенных на территории Брестской области, так и за ее пределами. Всего за прошедшие 8 месяцев текущего года сотрудниками Брестского областного управления было проведено порядка 8 тысяч криминалистических экспертиз, среди которых около 200 по частным обращениям граждан. Физические лица нередко прибегают к помощи экспертов при возникновении спорных или конфликтных ситуаций, а также для проведения обязательных исследований, к примеру, при регистрации муляжей оружия частными коллекционерами. Такие услуги Комитет судебных экспертиз предоставляет на платной основе. В 2014 году мы провели более 200 исследований по заявлениям граждан, обратившихся непосредственно в наше подразделение. Основная тематика заявлений – это исследование идентификационных номерных агрегатов транспортных средств, исследования баллистические, пневматического оружия, предметов схожих с оружием. Также почерковические исследования пользуются большим спросом. Появились у нас исследования на платной основе по строительно-техническим экспертизам. В дальнейшем мы развиваться собираемся и предложить гражданам товароведческие экспертизы, возможность с начала нового года и автотарифские экспертизы. Следующая прямая телефонная линия состоится 25 сентября. Ответы на свои вопросы можно будет получить с 11 до 13.00. Подобный прием граждан проведет заместитель начальника управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Олег Васильевич Нечишин.